Славинск на Кубани продолжает благоустраиваться и развиваться. Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» за последние несколько лет удалось обновить много парковых пространств. Вторую жизнь получили Аллея Любви, Сквер Молодежный, Северный парк, Городская набережная. Также построены парки в пяти сельских поселениях. Готовятся к открытию новые благоустроенные территории в хуторе Беликов и поселке Совхозном. Летом планируется полностью завершить строительство экологической тропы «Утиные плавни». Дизайн-проект «Экотропы утиные плавни» стал одним из победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». По предложениям жителей, которые принимали участие в обсуждении концепции благоустройства береговой линии, проект был сделан максимально экологичным. Он буквально вписан в окружающую среду. На сегодняшний день строительство близится к завершению. Основные объемы работ выполнены. Пока строители доделывают Оставшиеся жители уже с удовольствием прогуливаются по новому парковому пространству, успев оценить всю его красоту. На самом деле очень нравится, каждый день гуляем здесь, прогуливаемся с собакой. Вот очень мне нравится, что преобразовали такую красоту, сделали, что вот просто идешь, душой отдыхаешь. Особенно вот наверх, когда поднимаешься, вообще красота. Очень очень нравится, спасибо большое. Очень здорово. Вот это место очень хорошее для для жителей города Славянска на Кубани. Мы вот вечерами, я смотрю, не только пенсионеры, и молодежь, и средние люди среднего возраста с удовольствием. С удовольствием гуляет. Было действительно камыши. А вот сейчас построили хороший микрорайон озерный. И вот это, я считаю, для города очень здорово. Сделали вот такую тропу, экотропу. Все с удовольствием идут, все говорят. А вот будет, наверное, весна, еще будет краше. Расцветут деревушки, цветы. Это здорово. Молодцы, мэрия города, что вот беспокоятся о народе, о людях, чтобы действительно людям было где отдохнуть, провести свой досуг. Протяженность участка, где проведено благоустройство, свыше 500 метров. Здесь установлены смотровые площадки и пирсы, оборудованы места для отдыха, сделаны прогулочные зоны, велодорожка, подведено освещение. Украшением экотропы стали ажурные скульптуры птиц и животных, а также информационные стенды, рассказывающие о флоре и фауне озера Там. Для любителей рыбалки оборудованы специальные места, где можно с комфортом разместиться и поставить свои снасти. Также на экотропе установлен питьевой фонтанчик, воспользоваться которым могут и четвероногие питомцы. Для них предназначены свои питьевые тарелочки. Одним словом, территория получилась современной, комфортной для отдыха и, что самое главное, экологичной. Весной здесь проведут озеленение, высадят цветы, доделают дорожки, установят малые архитектурные формы. И экотропа «Утиные плавни» станет еще еще одной визитной карточкой нашего уютного и красивого города. Полностью завершить объект планируют летом этого года. Анна Монстаренко, Станислав Брубыка, программа события